Всем привет! Всем привет! Мы сегодня в аквариум. Мы приехали в аквариум. Сейчас купим билеты. Билеты? Ага. И пойдем посмотрим, вот автобус поехал. Ага, и автобус поехал, всех привез. Да, мы пойдем сейчас билеты купим и будем смотреть аквариум весь, да? Ну пойдем. Купили билеты и теперь решили немножко прогуляться по набережной. Здесь речка Делавэр, на которой мы летом катались на джетски, да, Максим? Да. Максимочка, посмотри сюда. А где у нас Филадельфия? Покажи. Там, вот перед тобой, город Филадельфия. Речка Делавэр. Мы в аквариум пришли. Сейчас тут будем смотреть разных рыбок. Кто у нас здесь живет? Рыбки? Максимчик, потрогай, возле тебя плывет, смотри. Какая красота здесь, Максим. Акулы плавают. Рыбоскат. Черепашка, Максимчик, ты видишь, сынок? Становись поближе, Максимчик. Посмотри, какая черепашка, Максим. Рыбоскат плавает, как много их, видишь? Видно тебе, Максимочка? Интересно? Смотри, сколько желтеньких рыбок нам приплыло, видишь? Полосочки. Сюда. Боишься? Сейчас этих рыбок всех будут кормить. Сказали подождать 5 минут, будет еще более интересно, да? Thank you.
Лобстер. Лобстер. Там еще один. Один прячется там в пещере. И он большой. Максим огромный, смотри какой. Как тебе? Видишь большого лобстера? Как много рыбы у тебя там сзади плавает. Смотри, какие классные. Максимчик. Смотри, какие пингвины, видишь? Иди сюда. Ты играешься с маленькими черепашками, Максимка? Крокодилом. Похоже на крокодила черепаха, Максим. Еще хвост. Хвост такой. Это крокодил. Какие интересные черепахи. Длинношеи. Здесь есть водопады, а здесь нас ждет такая огромная рыба. Максим с ней здоровается. Сколько пингвинов, ты видишь? Греются на солнышке. Здесь в аквариуме мы нашли такую детскую комнату, где детки играются. Максим уже поиграл на таком барабане. Thank you.
Вот так, смотри. С одной стороны на другую, давай. Смотри, какой крокодил. Видно тебе крокодил? Видишь крокодила, Максим? Видишь, какая у него голова здесь выглядывает? Видишь? И вот он такой. Это настоящий Максимчик. Настоящий. Настоящий. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Курятского.